же давайте начинать. Сегодня план такой, наконец-то что-то прочитали в теории Ангельса. Мы разбирались уже с тем, как работает спектральный формализм. Мы разобрались, как работает над спектральным подлечением. Теперь используем два метода вместе. Мы посчитаем простейшие амплитуды теории Янга-Милса. И цель состоит в том, чтобы регистрировать, что действительно получается проще. Давайте я тогда еще опять вернемся к действию. Я уже писал, но сейчас мы наложим калибровку. Где f минимум равно d нью минус d нью минус d нью минус. Это такая один форма, принимающая значение в матрицах SUM. Вот, надо бы наложить калибровку. В принципе, это не, на самом деле это необходимо. Это связано с тем, что ну, вот у нас будет внутренние линии, правила Фейнмана. А внутренние линии эффективно это вот у вас есть в действии кинетический оператор, а внутренняя линия эффективно это единица на этот кинетический оператор. То есть он должен быть обратим. А калибровочный инвариант это как раз свидетельство того, что у него есть нулевые моды, то есть нулевые вектора. Ну, как и в конечном мерном случае, если у вас есть у перемены в форме нулевые вектора, то ее нельзя обратить. Ну, так и здесь, то есть она сфера ограничена под пространство, на которое он обратим. Соответственно, мы фиксируем калибровку. Но от калибровки, в конечном счете, все равно ничего не должно зависеть. То есть это просто, условно говоря, изменение точки зрения. И удобно наложить следующую калибровку. После того, как эта калибровка наложена, мы просто все раскрываем, смотрим, что здесь получается. И вот такого комбинатора каждый раз, когда встречаем, его исключаем. Там надо было там, некоторые простейшие манипуляции, там цикличность следа использовать, на самом детерминированное вычисление. И в итоге получается d μ/ν минус и же корень из двух d μ/ν четыре. Вот. То есть у нас есть квадратичная слагаемая кубическая и вот четвертый обряд. Вот отсюда что мы можем увидеть. Ну что кинчлен, он выглядит так, как у скалярного поля, как будто у нас просто набор скалярных полей, пронумерованный индексами ню. Ну здесь они еще есть индексы а, которые за счет следа просто друг с другом сворачиваются. Ну, точно так же кубическая вершина, мы не можем рассмотреть на кубическую вершину для набора скалярных полей, для набора тоже четвертичная вершина для набора скалярных полей, и использовать более-менее те же правила, которых я раньше рассказывал, скалярных полей, просто, условно говоря, больше. То есть пропагатор, соответственно,
пропагандам. У нас будет дельта В, это меню на P квадрат. Для высоты я выпускаю всякие факторы вроде I, минус единиц, но потому что в данном случае могут быть простейшие вычисления, там она все равно сопротивится. Просто с этим зря не мешается. Вот, что теперь? Просто измерить кубическую вершину и вершину в этой степени. Так это делается. В целом довольно просто, то есть мы берем вот этот спиральную кубическую вершину минус три корень из двух, g1 возьмем. То есть хочется представить это выражение в виде наши поля плюс как бы некоторый оператор, который на них действует. Тогда вот этот оператор нам дает вершину. ZPD, кстати, момент. 3, это минус 2. Три поля, ну и перед ними какой-то вот оператор, который сворачивает индексы, дифференцирует их. И вот есть цветной фактор, который сворачивает цветные индексы. Как я уже говорил, мы будем заниматься использовать это цветное обеспечение. То есть мы будем коллекционировать вклады перед вот всякими следами такого типа. Ну, соответственно, здесь мы будем делать то же самое. То есть нам надо вот изолировать вклад, условно говоря, вот этот. Но единственное, чего здесь не хватает, как я говорил раньше, прежде чем извлекать вершину, надо убедиться, что она была симметрична. То есть надо взять эти все шесть комбинаций перестановок трех индексов и просуммировать за ним. Здесь это же мы делаем здесь, то есть мы берем этот кусок, вообще уже. Мы берем вот этот кусок, вот этот, и делаем 6 перестановок. То есть все возможные перестановки трех индексов. И собираем те, которые дают вклад в трейс Т1, Т2, Т3. Трейс Т1, Т2, Т3. При этом я давайте еще раз напомню, что цвет цикличен. Соответственно, у нас также будет рисовать вклады там, типа Т3, Т8, Т2, Т3, Т1 и трейс Т3, Т1, Т2. То есть вот делаем различные перестановки, в смысле все перестановки 1, 2, 3, 1, 2, 3 и забираем коэффициент при вот трех сюда. Ну и коэффициент, который у нас получается, это В, Ю1, Ю2, Ю3, минус G, корень из двух, это Ю1, Ю2, Ю1, Ю3. Это у нас пропаганда. Пропаганда сейчас нам
Точно так же мы будем извлекать различные машины. Для этого, опять же, мы просто вытягиваем эти коэффициенты из, собственно, поля. Как множитель, смотрим на структуру, которая на ней есть. 4, 3. Ну, опять имею 1, 1, 2, 2, то у меня 4, 4. Опять делаем то же самое, то есть мы делаем 24 перестановки. И собираем вот такие вклады плюс это проигранные. Ну, их, естественно, будет 4 штуки, связанные с циклическими перестановками. И они на самом деле дадут то же самое фактор, то есть в итоге. G квадрат. Это не один. И три. Вот так. Мы будем вот использовать для внутренней. Вот это использовать для четырехточечных амплитуд. В смысле, для четырехточечных вершин. А вот это для... Начинать считать, скажем, трехточечную. Давайте я решил пока составлю. Вот. Мы рассматриваем диаграмму. Где у нас есть частицы 1, 2, 3. Ну, соответственно, у этого генератора Т1, у этого Т2, Т3. И давайте определимся со спиральностями, то есть пусть здесь минус, здесь минус, а здесь плюс. Что надо сделать? Надо просто взять вот эту вот вершину и подставить в нее наше выражение для поляризационных векторов, соответствующие нужной спиральности. То есть это дает 1, 2, 3, плюс фактор G, который просто константа связи, я так выкину. А
Да. Ну, конечно, надо помнить, что все это идет умножено на дельта-функцию P плюс P2 плюс P3, что может быть использовано для упрощения выражения. Мы возьмем, сфокусируемся, скажем, на первом сценарии, и пытаемся его упростить. Получается. То есть пока мы просто подставим выражение для популяризации в той форме, которая мы будем дальше. Так. Ну, то есть мы взяли, просто буквально поставили выражение для одного из них. Теперь, что мы видим в числителе, у нас есть произведение с левой матрицей внутри, и они свернуты между собой. У нас была как раз одна из форм, которая позволяла свести это произведение этого сумма на вот это. То есть P эффективно, ну, на основном разгаме, то есть эффективно это просто один треугольник, один квадрат. Мы это сводим к вот таким вот спинарным произведением. Все это получается единица на уровне двух. Один, два. К этому надо добавить остальные два слагаема, которые считаются точно такими. В итоге, если мы напишем все вместе, получится, что наша рядочная цветовая амплитуда на настоящий момент имеет. Дальше следующий шаг. Надо вспомнить, помните, у нас было какое-то момент обсуждения, что в случае, когда у нас безмассовая трехточечная амплитуда, у нас есть некоторые особенности с кинематикой, а именно. А именно у нас P1, P2 равно 0, P1, P3 равно 0, P2, P3 равно 0. И чтобы сделать амплитуду нетривиальной, надо перейти к комплексным импульсам, и тогда существует два режима. Ну, то есть из этого, в принципе, следует, что 1, 2, 1, 2 равно 0, и так же для остального.
В случае действительных импульсов они должны быть равны нулю одновременно, в случае когда проект комплексный. Да, у нас есть два режима. Либо у вас эти все равны нулю, либо все режимы равны нулю. Или все режимы равны нулю с параметрами спорта. Тут мы пытаемся понять, какой называется там деринематик. Такая и такая. Тогда мы пытаемся понять, какой кинематик, вот это выражение, не равно нулю. Ну и что, мы смотрим, что в случае, когда все режимы равны нулю, у нас на числителе 1, 2, здесь тоже 1, 2, здесь 2, 3, то есть числитель равен нулю, а здесь, в принципе, может быть не ноль, потому что как бы, оно зависит от выбора наших таких вспомогательных опорами, скажем, векторов Q1, Q2, Q3, которые мы используем в нашей калибровке. То есть в вот этом режиме она обращается в ноль. Ну, соответственно, мы пробуем другой режим, вот этот, дорежированный. В этом режиме, ну, вот эти два слагаема, в принципе, не нулевые, а вот это равно нулю. То есть мы посмотрим, что из этого дальше получится. Так, что можно сделать? Наша цель сейчас. То есть, в принципе, от этих векторов P1, P2, P3 ничего не должно зависеть в конечном итоге. То есть их можно выбрать любыми. Но все-таки хочется проиллюстрировать, что от них действительно ничего не зависит. И вот сейчас мы попытаемся от них избавиться. Вот. Что для этого надо сделать? Ну вот можно глянуть сюда. И опять же вспомнить, как мы действовали в какой-то момент для упрощения такого рода выражения. То есть у нас есть закон сохранения импульса, который в данном случае приписывается в виде 2 плюс 3,3 равно 0. И он можно оставлять там любую пару спиноров. Ну и можно его можно ставить, скажем, в 1,1, 1, Q1. Это мы вставляем сюда. И тогда у нас получается первая слагаема у нас выпадает из-за того, что у нас свертка не симметрична. У нас получается 1, 2, 2, куб, 1, плюс 1, 3, 3, ку, 1. То есть это, на самом деле это эффективно компилированные числа, то есть это можно назвать компилированные числа. Вот эту штуку, два компилированных числа получили 3. Так, у нас получается 2 по 3. 2, 3. А здесь будет знак минус. 1, 3, 3, 1. Ну что мы видим? 1, Q1, 3, Q2, 3 можно вынести, да? Q1, 3, Q2, 3 можно вынести, да? Получается. Thank you.
видно, что вот эти три интереса получаются воскресшими интересованными. Да, то есть если мы сюда еще добавим одно слагаемое, где у нас два, три, три, то есть вот эти три слагаемых вместе должны быть равны нулю, потому что со скалтином. Внутри. Подожди, со скалтином. Получаем минус 1, 3. Потом отсюда нужно было сократить. Сейчас еще раз 5, 3, 2, 3. Потом минус отставим. Здесь должно было получиться минус 1, 2, 1, 2, 3, 3. Вот это Q3-3 знаменателя, и Q3-3 числитель можно сократить. Это дает знак минус. И вот мы его отсюда вытираем. Вот. То есть у нас мы избавились от Q3. Осталось избавиться от Q2 или Q2-3. То есть это делается стандартным способом. Мы это такое уже делали как-то, когда вычисляли амплитуду для спирали с номер 2. То есть мы берем, домножаем и делим. Так, на что нам надо домножить и поделить? На три, один. На три, один. Тогда мы интегрируем эти три по частям. У нас там будет одно слагаемое с 2 на 2 и с 1 на 1. То, которое с 1 на 1, оно выпадет, потому что стараемся соединить. Останется только то, которое с 2 на 2. Соответственно, мы имеем 1, 3, 1, 2, Q, 2, 2, 2, 1. То есть мы добились того, что у нас числитель появилось Q, 2, 2, и теперь она может быть совершена с Q, 2, 2 знаменателя. Дальше что мы делаем? Мы опять повторяем трюк. То есть, так, что это такое? Давайте немножко порядочек. Это 1 2 в квадрате. 1 2 в квадрате. 1, 1, 3. Q1, 1. Q1, 3. Следующий подложим на 3, 2. И опять же, используя интегрированные по частям, вот эта тройка заменится на единицу, на 3 единицы. 6, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Так, мы сокращаем. Так, получается, что я помню нормально. Так, получается 1, 2 в кубе на
Так, я видно, где-то там что-то потерял. Ладно, я где-то потерял знак, то есть здесь это есть знак потеря. Должно получиться 2, 3, 3, 1. Ну и люди его еще любят записывать в форме. 1, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Чтобы подчеркнуть, скажем, циклическую структуру. Для трехточной амплитуды. И что можно сделать? Можно проверить, совместимо ли это с нашими стандартными отбывающими по спирали. То есть, если вы помните, то просто считая количество всяких спиноров квадратных и треугольных числителей знаменателя, можно было понять, какова спиральность. Здесь что мы имеем? H1, у нас сколько? 4 единицы числителя и 2 в знаменателе. То есть это приносит сколько? Минус 2, а это плюс 1. Минус 2, плюс 1. H2. У нас двойная аналогичная ситуация. Минус 1. А тройка, она содержит только вот два вот этих спинного знаменателя. Соответственно, получается, что H3 равно 1. То есть это полностью согласуется со спиральностями, которые мы приписали нижним ногам. И в принципе, по святому методу можно было и не считать, а из этих соображений восстановить с точностью до всего коэффициента. Вот. Ну, мы проделали вот это вычисление для трехточных деталей. Оставляя вот эти спинорки 1, 2, 3 общими. А сейчас хочется продемонстрировать вычисление четырехточной амплитуды. И там мы будем использовать вот эту свободу выбора Q1, Q2, Q3, Q4, чтобы упростить вычисление. И мы увидим, что это действительно очень полезно и приводит к значительному количеству там, сокращений. То есть большая часть с ногами буквально равна нулю. А есть какие-то там вопросы, замечания? Нет, вроде. Хорошо. Нас будет интересовать амплитуда типа 1, 2. Здесь что-то внутри, надо бы просуммировать по диаграмме. 3, 4. Ну и, соответственно, она вот с упорядочена соответствующим образом. То есть Т1, вклад 3, Т1, вклад 3, Т4. И вот мы используем наши упорядоченные подсветки правила Фейнмана. И контактная диаграмма, вот такая. Ну, мы прямо рассчитываем с вершины, то есть мы просто поставляем вектора поляризации. Сейчас я еду на U3, U2 на U4. Дальше смотрим S-канал. Это дает U1, U1, U2. U4, U4. Все такое параболизации. А с чем они сворачиваются? То есть у нас здесь есть одна кубическая вершина.
Так я сейчас немножко комментирую, что это за заказ, P1, P2 и так далее. Что здесь произошло? Мы взяли, сперва мы взяли вершину для цветного фактора типа T1, A2, A3, то есть тут вот так вот идет. То есть это у вас 1, 2, 3. Так лучше, наверное, не A3 использовать, а скажем, а ну, пусть будет E от слова обмен, то есть change. А здесь мы взяли TRI, TRI4, TRIE. То есть здесь мы взяли вот цветную порядочную вершину для соответствующего каким цветным фактором, то есть соответствующего таким вот кружочком на этом грамматическом языке. Но если вы помните, то потом, если мы будем сворачивать TRIE, TRIE, то вот эти кружки объединятся. И у нас получается след от T1, T2, T3, T4, как и нам. То есть мы сочтение считаем в цветную структуру. Ну, это объясняет то, как вот здесь были выбраны индексы в этих вершинах. Почему там в таком порядке. Вот. Что еще стоит сказать? Что здесь мы считаем импульс P1. Здесь P2, а здесь P1, наоборот, они исходящие. То есть у нас соглашение, что они будут все наружу. P2, P3, P4. И, соответственно, отсюда импульс, который выходит, будет минус P1 минус P2. То есть который течет по внутренней ноге. И, соответственно, вершина именно его и выставляет. То есть один из импульсов я выставляю по 1, второй это B2, а для третьей ноги я выставляю минус по 1, минус 2, то есть это чисто за счет высокого сохранения импульса по этой вершине. И точно так же здесь, то есть импульсы по 3, по 4, а здесь я подставляю по 1 плюс по 2, и это то же самое минус по 3, минус по 4. А вот это вопрос на работу. Вот. И аналогичным образом, наверное, не буду. Ну, просто вспомним, что если мы посмотрим на вот этот канал 1, 2, 3, 4, то здесь тоже существует вклад в нужный нам цветной фактор. То есть, если мы возьмем вот эти два кружочка с линией пропагандой, то есть, если по цветным индексам, вот эта петля объединится в такой побочный, петля объединяется в одну, и это опять же даст нам цветной фактор следу T1, T2, T3, T4. Ну и, соответственно, эту диаграмму нам тоже надо учесть. Надо учесть. А вот последняя диаграмма, еще одна есть, еще. У нас есть один канал, это когда вот есть 1, 2, 3, 4, есть еще вот такой обмен. Но вот здесь можно проследить, что вот такого вклада, 1, 2, 3, 4,
не будет. То есть будет что-то вроде Т1, Т3, Т2, Т4, и Т1, а и в обратную сторону. То есть никакими перестановками, синтетическими перестановками нужный порядок не получается. Вот, то есть нам надо учесть вкладку в двух обменах. Это надо учесть, я явно выписывать не буду, делается аналогично. И вы это можете увидеть по формуле 2.42. Вот. Сейчас не 2.38. 2.38. Пока это были, ну, мы выписали все эти вершины, а теперь вот просто хочется показать вот мощь этого подхода, который позволяет эти вспомогательные вектора в поляризационных векторах выбирать как хочется. Давайте сконцентрируемся, скажем, на конкретной ситуации, когда у нас здесь, скажем, два минуса, а здесь два плюса. Ну, соответственно, что касается. То есть у нас есть поляризационный вектор Е1 минус, Е3 плюс, Е2 минус, Е4 плюс. Ну и там у нас была свобода выбора вот этого вектора Q. Как он должен выглядеть, корень из 2. 1, Q1. Здесь Q3, гамма минус 3, корень из 2, это общая форма, которая у нас была. Q4 и корень из 2. Q4. А вот нам надо как-то удобным образом выбрать Q1, Q2, Q3 и Q4. Наша цель будет в том, чтобы максимальное количество сверток между этими векторами поляризации сделать равным нулю. То есть мы, что мы здесь видим? Что у нас есть 4 вектора поляризации, и в конечном счете они должны быть свернуты либо между собой, либо с импульсами. А импульсов у нас всего 2. То есть, ну, сейчас видите, с чем оно потенциально может быть свернуто. То есть, скажем, одно из них свернется с импульсом, второе свернется с импульсом, а остальные два должны быть свернуты между собой. Если мы добьемся того, что максимальное количество этих сверток равно нулю, то в одном вычислении максимальное количество слагаемых будет. Но и общий рецепт такой, чтобы взять у всех поляризационных векторов с одной спиральностью вспомогательный вектор, равные импульсу частицы со другой спиральностью, причем у всех одинаковые. Скажем, у этих, у частицы 1 и 2, взять у обоих вспомогательный вектор, равный импульсу частицы 3. То есть вот вместо за Q1 мы возьмем 3. И здесь мы возьмем 3. Ну и, соответственно, точно так же и здесь. Это у нас 2 плюса, и мы возьмем у них обоих вспомогательный вектор, равный импульсу частицы 1.
Сейчас будет один. Уже один. Будет один. И вот это один. Мы себе сон приняли. Ну, например, один, и вот это эпсилон один, он всем ортогональный. То есть, смотрите, эпсилон один, если мы сворачиваем с эпсилон два, то произведение равно нулю за счет того, что у никого диска единиц, обоих диска единиц. То же самое касается вот этой сверки и вот этой. Сведения все три и один сверки. Ну и так можно среднюю любые пары. На самом деле, единственная сверка, которая не равна нулю. Сейчас чуть-чуть, наверное, все правильно. Секундочку. Два должно быть. Да, это два должно быть. Здесь поставим три. Да, если должно быть два. Да, то есть Е1 на Е2 равно нулю, потому что ни у кого есть тройка квадратная. А Е1 на Е3 равно нулю за единицы, Е1 на Е4 равно нулю за единицы. Так можно посмотреть на любую пару. Единственная пара, которая не равна нулю, это Е2 на Е4. Е2 минус Е4 плюс не равно нулю. Вот, когда мы это выяснили, мы просто смотрим на это выражение и ищем вот эти свертки, где в конечном итоге Е2 минус вернется с Е4 плюс. То есть вот у нас вот это Е2, потом у нас Е4. То есть это 532, это Е4. Е2 у нас попадает в эту скобку, куда сворачивается с этой скобкой. Е2, а Е4 с этой. То есть прямо в одной скобке они сворачивались. Они свернуться могут только если Мю-2 сворачивается с метрикой, которая в свою очередь сворачивается с пропагандой. То есть ситуация, когда Мю-2 сворачивается с метрикой, которая в свою очередь сворачивается вот с Мю с пропагандой, которая сворачивается потом ровно и с Мю-4. То есть эффективность этого произведения можно ставить только одно слагаемое. И мы тогда получим, что получаем, что это равно 2 на P1 плюс P2 в квадрате на E2 минус E4 плюс. Если вы считаете более-менее знаете, то есть там получается сверху таких «г» из этих скобок между собой. То есть у нас получается P1 на грате. Это результат прямолинейного дополнения сверху. Е4. Если ты показал, ты можешь быть с Сабином в этом канале, а с Сабином в канале работает аналогично, то есть там желательно как раз такая. Ну а здесь, что у нас было минус, плюс. Вот это не равно нулю, но вот это равно нулю, то есть вот эта вершина вообще была неделена. Вот при вот таком удачном выборе калибровки. Теперь надо просто собрать все вместе.
получаем, что А 1 минус 2 минус 3 плюс 4 плюс равняется, чтобы сумма такой диаграммы плюс такой. Плюс такой. Выписываю вклад от S-канала, вклад от U-канала, разница почти что таким же, то есть единственное, что отличается, это вклад от пропагатора, там просто импульс другой бежит от пропагатора, да? Ответ получается такой же. Так, ну давайте я сделаю парочку. Не надо, не конца это делаю. Ну вот это просто приводит на ровную, то есть нам надо либо 1 плюс квадрат, либо 2 плюс 3 в квадрате, а в числителе будет... числителя P1 плюс P2 в квадрате, на P2 плюс P3 в квадрате. Но на самом деле вот эта штука, это равно минус P1 плюс P3 в квадрате. Сейчас как это можно понять? Ну, ладно, могу я это понять. То есть это что равно 2 P2 на P1 плюс P3. Что мы сделаем? Интегрируем P1 плюс P3 по частям. И получается минус 2 P2 на P2 плюс P4. Что мы будем равно 0. То есть это минус P2. P4 равно минус 2, P2 плюс O минус, просто P2 плюс P4 в квадрате, а это равно минус P1 плюс P3. То есть это у нас... минус P1 плюс P3 в квадрате. Потом я напоминаю, что P1 плюс P в квадрате это просто и G, и G. Соответственно, здесь у нас получается один, два, один, два, два, три, два, три. Дальше можно проделать сокращение. Вот это 1, 3 сокращается с этим, 1, 3, это сокращается с этим. И вообще там много чего сокращается, если внимательно посмотреть. Вот 1, 4 сокращается, 1, 2 сокращается. Два, три, два, три, два.
2. Сейчас, почему мы хотим прийти? Слава еще раз 1-2. Роман будет ставить здесь 3-4-4-3. Так, наверное, все-таки давайте пока не сокращаться не будем. Итак, вот это мы сократим. 1, 5, 5, 4, 3. Потом, наверное, сокращать так не будем. Нам хочется... Дело в том, что их можно приводить к разному виду, просто есть один стандартный вид, хочется идти именно к нему. И, наверное, чтобы к этому виду свести, нам надо вот это переписать как 3-4-3-4-3. Да. Ну, то есть P1 плюс P2 в квадрате это то же самое, что P3 плюс P4 в квадрате. Соответственно, вот это можно переписать как P3, P4. Вот, да, давайте прощаем. Три можно сократить, 4-3-4 можно сократить, да, потому что еще пока что есть, а вот это можно сократить. А пока есть 2, 1, 2, 1, 4, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 4. Да, что я совсем забыл. Минус 1 в квадрате, 4 сокращается, 4, 3, 24, 3 заменим на 3, 4, знак поменяем.
прошу прощения, я что-то запутался. Здесь проблема в том, что в отличие вот от обычных законов сохранения, в смысле от обычных векторных переменных, здесь наши соотношения нелинейные. Ну, то есть они включают в себя квадратичные комбинации спиноров. И поэтому иногда не так легко увидеть, как именно надо действовать. И как-то что-то я запутался. С обычно это получается довольно просто. Сюда мы дошли. Да, еще на доске на самом деле так удобно. Тоже все получается. Один, четыре сокращается. Минус 1,2. Так, нам надо было получить сейчас 1,2 в кубе. 2, 3, 3, 4 у нас есть. То есть вот это мы будем заменить на 1,2, деленное на 4,1. Сейчас же это вопрос. Вопрос умножить на 4,1. Так, если мы просто умножим на 4,3 умножим на 4,1. У нас 3,2 на 4,1. Перевели вот по частям, то это дает минус 2,3, 2,1. Да, просто получается, что она 3,2, 4,1. Потом надо вот это сократиться. И получится, вот сюда вот это сократиться. И получится 2,1 на 4,1, и получается же, наверное, 2. Вот. Более такого, скажем, симметричного метода. То есть мы видим, что несмотря на то, что который еще очень хотел, у нас было много сложных слоганов, которые мы уже посмотрели. С одной стороны, нам удалось сделать вычисление проще, в том смысле, что значительная часть слоганов вклада очень не дала. А с другой стороны, конечный ответ очень простой. То есть я вам показывал формулу вчера из вот этого учебника Шварца, вот там какой-то ребенок. Там были прям какие-то, говорили, 100 000 слоганов. Здесь вот амплитуда конкретной конфигурации спиральности выражается вот просто одним слоганом. Вот. Хотел бы просто остаться на сильном уровне. Я просто расскажу, какие еще быстро можно сделать заключения, вообще для вычисления. Используя.
Мы можем посмотреть на амплитуду, которые все сигнальности одного типа. То есть смотрите. Амплитуда, которая на всех ногах минус. Ну тогда что можно сделать? Тогда нужно комбинационные вектора и минус выбрать в виде, то есть в качестве вспомогательного вектора, выбрать некоторый вектор U, который у всех одинаковый. Q и. Ну и тогда очевидно, что там и минус будет равно нулю для всех движений. А более того, если мы интересуемся древесными только диаграммами, то и аргументы, такие же, я использовал для четырехточной амплитуды, можно показать, что обязательно будет хотя бы одна сверху и на ежи. Хотя бы одна. Это просто считаем, сколько у нас кубических вершин, каждая кубическая вершина приносит одну импульс. И выяснится, что два импульса все живут, поляризация должна быть свернута. То есть отсюда мы приходим к заключению, что амплитуды типа 1 минус, n минус, со всеми минусами просто равно нулю, без всяких вычислений. Следующий шаг, можно посмотреть на амплитуду, где у нас, скажем, 1 плюс есть. И тогда предлагается выбирать поляризационные вектора в виде, скажем, минус 2 гамма, минус 1. То есть опять мы следуем тому же рецепту, что у нас все поляризационные вектора с одной стираются, и будут выбирать уникальный вспомогательный вектор так, чтобы он был один для всех. То есть здесь мы взяли это и минус для всех вот этих вот ног мы выбрали вспомогательный вектор это и плюс один. Ну а для вот этой ноги выбрали и плюс два. Соответственно, вот эти все они перпендикулярны друг другу, потому что у них есть вот это и. Но еще не перпендикулярно на этом, потому что это вообще единица. Отсюда мы получаем, что амплитуда такого типа 1 плюс, 2 минус, 3 минус, минус. Они тоже равны нулю. И первая амплитуда, которая не равна нулю, это амплитуда 1 минус, 2 минус. И плюс, и плюс, и минус. Вот эта амплитуда уже не равна нулю. То есть, если у нас есть скорость отличная от остальных, то вот такая амплитуда уже не равна. И более того, ну, кстати, четырехточная амплитуда, которую мы считали, за 2 минуса написали, была одним из примеров такой амплитуды. Я не равна нулю. Сейчас я хотел просто выписать формулу. Чтобы тоже показать, что она довольно простая. В общем, она тоже мне пришла, почему-то представить себя правильную форму.
этим слагаемым, и у нее, ну, традиционно такая же, как мы писали, только в знаменателе у нее будет больше скобок, и с числительным тоже на скобок какой-то степени. А, ну, я не равно нулю, это равно и жили. Степени 4, а здесь все такие циклические. Сейчас мы обновим. Можно было бы подумать, что ты считал, сколько для меня надо это суммировать, что ответ должен быть ужасно сложным. А в действительности оказывается, что вот дается валютерским выражением. Так, ну, в общем-то, это все, что я хотел рассказать. То есть, в целом, это, можно даже сказать, довольно-таки современные вещи. То есть вот этим люди начали активно заниматься где-то в 90-х. И на основании вот этих методов, основанных на преодолении света, то есть на спиральном формализме, также было сделано куча других настроек, которые позволяют вместе эффективно вычислять амплитуду. Например, вот эта амплитуда, она тоже не вычисляется прямолинейно, используя некоторые техники, там всякие поэтные соотношения. То есть фактически вот это можно было, да, сейчас используя современные техники, вот ее можно вычислить буквально за полчаса. И помимо этого была обнаружена связь между амплитудами в теории Янга-Милса и амплитудами в теории гравитации. Причем это соотношение, опять же, довольно-таки простое, там надо некоторые сделать операцию с этими амплитудами, потом после того, как эту операцию сделали, надо просто возвести эту амплитуду в квадрат, и получается амплитуда для гравитации. И это на самом деле довольно тривиальное соотношение, и связано это с тем, что если вот вы посмотрите на действие для гравитации, действие для гравитации — это там, корень из минус g, скаляр приведения g, и будем рассматривать как теорию поля для поправки к метрике. То из-за того, что здесь явно содержится g-меню, то есть метрика минус первая, это действие содержит бесконечный ряд по h. То есть вершин у нас будет бесконечное количество, это будет вершина бесконечного порядка. И при этом теория Янга-Милса, она содержит как кубическую вершину четвертой степени. И каким таким образом получается, что вот это, на первый взгляд, совершенно нелинейная теория является в некотором смысле просто квадратом теории Янга-Милса, это на самом деле до сих пор более-менее заметно. Ну вот, в общем-то, и все. Вопросы какие-нибудь? Да вроде нет. Ну хорошо, тогда спасибо за внимание. Ну спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.